Рыжеволосая девочка с голубыми глазами. Мариям всего месяца, она уже старается держать голову. Сегодня не очередной прием в поликлинике. Семья приехала в Казань к травматологу. Стопа малышки повернута внутрь. Последнее УЗИ делали в ДРКБ. Сказали, что оно незначительное. Что бывает же, исправляется методами массажа. Но когда родилась, педиатр сказал, что надо будет гипсовать. Диагноз – левосторонняя косолапость. Исправить дефект можно. Требуется лечение по методу панцетти. Ножку нужно гипсовать. И так несколько раз. Методика состоит из нескольких этапов гипсования. Потом будет произведена мини-операция ахиллотомия. И потом ей будет предложена специальная обувь, которая называется брейсы. К тому моменту, когда все дети начинают ходить, мы надеемся, что Марьям тоже будет ходить практически и, в общем, забудет о своей проблеме. После Марьям сможет наступать на ножку. Родители надеются, что уже к году она начнет ходить, в том числе и на фигурное катание. Но сейчас другие заботы. Надо собрать 120 тысяч рублей. Это стоимость всего лечения. Вот, надеемся, что все получится, что ножки у нас будут красивыми, будем мы умненькими, все у нас получится. 120 тысяч рублей. Марьям еще не знает, что такое деньги и что ее здоровье очень зависит от них. Но мы ведь поможем. Надо отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести больше вклад, подробности на сайте нашей телекомпании или Росфонда.